Вертолетная индустрия – визитная карточка научно-технического потенциала нашей страны и важная составляющая экономики, которая поддерживает многие отрасли промышленности. Конечно, покупку и содержание собственной винтокрылой машины сегодня могут позволить себе немногие. Тем не менее, спрос на геликоптеры гражданского назначения растет, и потому развитие малой авиации происходит на всех уровнях – законодательном, техническом, инфраструктурном. Не успел рынок воздушных перевозок в начале текущего года ожить и восстановиться после почти пятилетней стагнации, как его неожиданно настигла новая напасть – пандемия. И в этой малокомфортной ситуации фигуранты бизнеса вооружились разнообразными адаптивными стратегиями. Активно практикуют увеличение спектра услуг, инвестиции в новые сферы и рынки, заключают контракты с государственными и системообразующими корпоративными заказчиками. Мало кто сегодня занимается прямой экономией. Этот подход, говорят представители отрасли, уже исчерпал себя на предыдущем кризисном этапе. Наступило время искать скрытые резервы. Такую возможность дает национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Наладить бизнес-процессы поможет государство, причем абсолютно бесплатно. Авиакомпаний, имеющих сертификат на коммерческие воздушные перевозки и зарегистрированных в Южном федеральном округе, всего две – самолетная в Ростове и вертолетная – «Панх» в Краснодаре. Прочие оказывающие услуги – либо единичные владельцы геликоптеров, либо гости залетные, имеющие базу на Кубани, но прописанные в другом регионе. Свое участие в национальном проекте краснодарские авиаторы в составе 10 человек во главе с гендиректором начали с программы «Лидеры производительности» осенью прошлого года. Под руководством опытных тренеров менеджеры предприятия разработали проект, который впоследствии принес фирме немалую прибыль. Конечно, интересно. И само название программы и национального проекта, оно, конечно, дает задумываться, почему бы не стать лучше и не производительнее. Но самый первый вопрос, который мы задали себе, понимая, в общем-то, теоретические основы этой программы, почему и как мы, и что мы можем взять для себя, будучи вертолетной сервисной компанией, которая оказывает услуги. То есть у нас нет поточного производства, цехов, конвейеров, и для нас это было тоже некоторый такой вызов, челлендж и загадка. В рамках лидеров ПРО, да, им удалось поднять в воздух еще один вертолет, заключить контракт, что дало им возможность получить больше выручки. И в рамках адресной поддержки именно с ФЦК, то есть при внедрении именно блока декомпозиции цели, внедрении маржинального подхода, за счет того, что они начали менять свою управленческую учетку, применив этот подход, они взяли еще один контракт на Ми-26, это как раз в Турции, и это тоже увеличило выручку. То есть по сравнению, то есть если сравнивать с предыдущим годом, они там порядка, наверное, 10-15% увеличили именно выручку, не увеличив затраты. То есть это сразу дает экономику. Первое, с чего начали сотрудники авиационной компании свою работу над ошибками, это с наладки операционной эффективности. Два больших блока, которые влияют на себестоимость. Это обслуживание самого вертолета, оно, к слову, достаточно трудоемкое, и оборачиваемость запасов на складе. Основной пилотный проект была взята форма периодического технического обслуживания вертолета К-32 через 100 часов налета. И если ранее мы форму выполняли по нашим технологическим картам, расчетным трудозатратам в течение 5 дней, то вступив в проект, мы увидели потери и выполнили эту форму за 3 рабочих дня. Излишнее перемещение персонала – это один из 7 основных видов потерь, исключив которые компания гарантированно получает экономию рабочего времени. Ранее каждый инструмент в единичном экземпляре выдавался механику через расходно-инструментальную кладовую. Человек получал, например, гаечный ключ, расписывался в журнале учета, шел к вертолету и выполнял работу. Сделали снимок рабочего дня сотрудника. И когда просчитали челночный забег мастера от своего места до склада, то оказалось, что он измерялся не метрами, а километрами. Решение проблемы нашлось в результате коллективного обслуживания. Так на свет появилась техническая аптечка.
Это инструментальный ящик для выполнения периодического технического обслуживания воздушного судна. Здесь находится весь необходимый инструмент для обслуживания воздушных судов типа Еврокоптер. Получая в начале рабочего дня, персонал не отвлекается на посещение расходно-инструментальной кладовой, а работает с этим инструментом у воздушного судна. Здесь предусмотрено место как под инструмент, так можно разместить сортовики с расходными материалами и выполнять работы непосредственно на воздушном судне, используя эту аптечку вблизи воздушного судна. Сотрудников, выступающих с полезными инициативами, руководство компании премирует дополнительно. Специально созданная комиссия на первом своем заседании рассмотрела 8 рационализаторских предложений. 2 отклонили, 2 отправили на доработку и 4 было решено внедрять. Пальма первенства по инициативам у работников отдела материально-технического снабжения. Кладовщик Евгений Вдовин хоть и представил на суд руководство более 7 предложений, от единоличного авторства отказывается. Мы использовали систему «больше чаще», то есть определили нужные позиции, которые мы чаще всего используем. Мы их разместили на нижних полках. То, что неликвидные изделия мы редко используем, мы их убрали на верхние полки. Определили пока временно это визуально стикерами, то есть чаще используются это зеленые, реже желтые, неликвид красным. Последнее РАЦ-предложение Евгения, которое комиссия одобрила и отправила на реализацию, — покупка транспортных тележек. Я считаю, что предложение по улучшению, которое я создал, оно поможет оперативно выполнить задачу по перевозке необходимого имущества и сократить физические нагрузки от транспортировки груза с КПП до склада, а также и для других пунктов. Когда мы несли ящик от КПП до склада весом 70 килограмм, тогда мы решили, что не хватает нам тележки, чтобы это облегчило нашу работу. Просто убрав лишнее и оставив только нужное, на складе удалось освободить порядка 30% полезной площади. Но нет предела совершенству. В перспективе предстоит внедрить автоматизированную программу, позволяющую определять сроки, место хранения и отслеживать процессы, практически полностью отказываясь от бумажного документа оборота. За счет того, что изменилась структура склада, стандартизировались процессы. Сократилось время выдачи агрегатов в производство и время приемки. Налогов в 2019 году краснодарская вертолетная компания заплатила более 108,5 миллионов рублей в федеральный бюджет и около 12,5 в региональный. Только на охрану труда было потрачено порядка 16 миллионов рублей, а в 2020 году за 9 месяцев расходы уже составили 9 миллионов. Средний списочный состав компании – порядка 500 человек, из них около 120 пилоты. Не секрет, что люди на любом производстве – это очень ценный ресурс, поскольку от уровня квалификации персонала, от его вовлеченности зависит то, как и какими темпами будет развиваться фирма. Кадровый вопрос в авиационной отрасли острый, и потому в краснодарской вертолетной компании как зеницу ока берегут каждого специалиста. Есть вообще-то требования, которые прописаны в федеральных авиационных правилах, но помимо этого, даже вот постройка ангара – это уже какой-то элемент охраны труда, потому что как минимум мы заботимся о здоровье наших сотрудников, чтобы они это делали не на улице, когда там ветер, солнце, то и дождь, то и мороз, все-таки улучшаем их условия. И, конечно же, форма обязательно, там средства, СИЗы, все это есть, закупается это… нет недостатка. На этом экономии нету, мы все делаем. Вертолетный бизнес очень специфический, говорят эксперты отрасли. Это не авиалинии, которые имеют регулярную основу, понятные денежные потоки, и все можно развивать планомерно. В этом сегменте есть большая привязка к экономическому развитию в стране и конъюнктуре в мире в целом. Ковидный кризис нанес существенный урон еще и потому, что нагрянул внезапно, не оставив время для подготовки. Те заказчики, которые мы, бизнес-то-бизнес, которые тоже имели на себе влияние, почувствовали карантина, соответственно, уменьшились заказы. Но помимо этого, еще одно существенное было для нас такое сложное решение по ротации экипажей. То есть на миссиях в Африке находились экипажи по
уже по 1-2 месяца на момент, когда начинался локдаун по всем перевозкам в мире. И, конечно, ребята задержались там и по 3, и по 4 месяца пришлось им задержаться, и мы не могли их поменять. В Краснодарском крае, рассказывают сотрудники авиационной компании, конкурентов в своем направлении не видят, поскольку нацелены в основном на международные рынки. В том числе пожарные проекты в Европе, на работу с ООН по гуманитарным миссиям в Африке и на нефтяные проекты в Сибири. Работа в ковид не останавливалась ни на сутки. Пилотам на высоте не требовались ни маски, ни красный пропуск, но на земле режим карантинный соблюдался тщательно. Измерение температуры, обработка антисептиками. Большая часть офисных сотрудников и работников предпенсионного возраста во время пандемии перешла на удаленный формат работы. Помимо несомненных минусов ситуации, обнаружились и плюсы. Ковидный период, говорят на предприятии, как лакмусовая бумага, проявил направление в компании, над которыми еще предстоит поработать. Я хочу сказать, что мы справились, и руководящий состав проводил совещание через скайп. После этого еще больше обратили внимание на необходимость автоматизации каких-то управленческих процессов, возможность их сделать непрерывными и дистанционными, такими как электронный документооборот, это встречи, совещания. Представители Ассоциации вертолетной индустрии считают, что по количеству винтокрылых машин и по темпам развития отрасли мы продолжаем удерживать, если не лидирующую, то как минимум одну из ведущих позиций в мире. И бережливые технологии в этом вопросе – действенный инструмент, способный оставить конкурентов далеко позади. Национальный проект повышения производительности труда и поддержка занятости направлен на то, чтобы предприятия Кубани и всей страны ощутили эффект от внедрения лин-технологий и получили реальные результаты, увеличение прибыли и повышение конкурентоспособности. И отрадно, что примеров успешной реализации программы с каждым годом становится больше.